Здравствуйте! В этом коротком видео я покажу вам, как можно зарабатывать от 50 тысяч рублей в месяц, не прилагая никаких усилий, причем абсолютно бесплатно. В интернете очень много различных способов заработка, систем и мануалов. И я, наверное, как и вы, очень долго искал в интернете различные способы заработка. Я потратил кучу денег на различные курсы, бизнес-системы и мануалы. Но в большинстве случаев я просто сливал свои кровные средства и ничего не зарабатывал. Но рано или поздно, кто ищет, тот находит. И я нашел просто золотую жилу. Я всегда твердо знал, что самые большие деньги на финансовых рынках. Например, ежедневный оборот рынка Форекс составляет 4 триллиона долларов. 4 триллиона долларов в день. Просто представьте, какая это большая сумма. Я всегда был твердо уверен, что тут можно заработать по-настоящему большие деньги. Но самое главное, что здесь можно заработать много и быстро. Ведь именно об этом мы все и мечтаем. Дорогая машина, квартира, отдых за границей в любое время года. Но также я всегда знал, чтобы работать на финансовых рынках, нужно долго учиться и практиковаться, постоянно следить за рынком, делать анализ, что у меня совершенно не получалось, как я ни старался. Но в один прекрасный день я нашел для себя решение. Оказывается, существуют автоматические торговые системы, которые анализируют рынок и выполняют основную работу за вас. То есть, это автоматические трейдеры, которые круглые сутки приносят вам прибыль. И я нашел такую систему. Чтобы доказать вам, что это правда, я вам покажу свой результат торговли. При депозите в 100 долларов за 5 дней работы торговая система увеличила депозит до 187 долларов. То есть всего за 5 дней показала доходность 187%. Это просто шикарный показатель доходности за такой короткий период. Представляете, как с такой доходностью можно изменить свою жизнь и жизнь своих близких? Наверное, вы все мечтаете о красивом доме, спортивной машине, а также возможности отдыхать на хороших курортах, а не у себя на даче. Так вот, я хочу вас обрадовать и помочь вам воплотить свои мечты в реальность. Я хочу поделиться этой торговой системой с вами абсолютно бесплатно. Почему бесплатно? Просто я хочу сделать мир немного лучше и дать большему количеству людей возможность зарабатывать. Итак, что вы получаете в итоге? Новый пассивный источник дохода от 50 тысяч рублей в месяц. Пошаговое руководство к действию. Свой персональный бизнес в сети. И самое главное, воплощение в жизнь всех ваших желаний. Итак, для запуска торговой системы в работу просто выполните 5 шагов. Приступаем к действию. Первый шаг. Нажимаем на кнопку «Начать зарабатывать», которая находится под видео. Переходим на сайт Invest System для регистрации. Нажимаем кнопку «Регистрация». Заполняем все ваши контактные данные в открывшейся форме «Регистрация». Обязательно заполните все эти действия правильно и корректно, потому что они нам понадобятся для дальнейших действий. После заполнения всех контактных данных ставим галочку «Я принимаю условия» и нажимаем кнопку «Зарегистрироваться». Шаг второй. Открытие счета на InstaForex. После нажатия кнопки «Регистрация» вы автоматически попадаете в ваш личный кабинет трейдера. Теперь в меню слева нажимаем кнопку «Открыть счет». После знакомства с условиями работы со счетом нажимаем кнопку внизу страницы «Открыть счет у брокера InstaForex». После нажатия кнопки мы с вами автоматически перейдем на страницу формы «Открытие счета у брокера InstaForex». Теперь проходим регистрацию на сайте InstaForex. Она состоит из трех небольших этапов. Первый этап – инициализация. Здесь вам необходимо выбрать, физическое вы лицо или юридическое. Большинство из вас, естественно, являются физическими людьми. Так что выбираем «Физическое лицо». Вводим ваш активный e-mail. Теперь нажимаем кнопку «Далее». Второй этап – заполнение ваших личных данных. Вводите только реальные данные, чтобы не было проблем с выводом средств.
после ввода всех данных нажимаем на кнопку «Далее». Третий этап – заполнение формы «Тип счета». В этом разделе устанавливаем пароль. Либо можете нажать на кнопку «Сгенерировать пароль», и пароль сгенерируется автоматически. С телефонным паролем поступаем также. Галочка на 5 десятичных знаков не ставится. Далее нам необходимо выбрать настройки счета. Для более корректной работы торговой системы необходимо правильно выбрать тип счета. Тип счета оставляем стандарт. Торговый сервер выбираете «Европа». В поле «Плечо» вводите 1 к 500. Это наиболее оптимальное плечо при работе с торговой системой AutoProfit. Далее выбираем валюту счета. Если собираетесь пополнять счет на небольшие суммы от 10 долларов, то выбирайте тип счета US Cent. Если собираетесь пополнять депозит на сумму от 1000 долларов, то выбирайте тип счета USD. В поле «Партнерский код» введите Invest System. Также, если собираетесь работать с помощью мобильного телефона, выберите операционную систему, которая установлена на вашем телефоне. Далее ставим галочку напротив фразы «Согласен с условиями договора публичной оферты». После заполнения всех полей нажмите кнопку «Открыть счет». Перед вами откроется страница подтверждения открытия счета. Письмо с такой же аналогичной информацией автоматически придет на указанную вами почту при регистрации. Сохраните в удобном месте все ваши данные счета. Они понадобятся нам для работы. Шаг 3. Активация торгового счета и заказ торговой системы. Для активации счета заходим в ваш личный кабинет на сайте Invest System и нажимаем кнопку «Активировать счет». Номер вашего счета берем из документа с вашими регистрационными данными, который нам пришел от компании InstaForex на вашу электронную почту. Заходим на вашу электронную почту, находим письмо с документом от InstaForex, копируем номер счета, вставляем в поле для активации и нажимаем кнопку «Отправить заявку». После этого увидим страницу со статусом проверки вашего счета. В данный момент статус проверяется. Нам необходимо дождаться статуса «Одобрен». Чтобы проверить статус активации вашего счета, можно нажимать на кнопку слева «Статус счетов». Через некоторое время счет проверят, и мы увидим статус счета «Одобрен». После этого нам необходимо заказать торговую систему AutoProfit. Для этого в меню слева нажимаем кнопку «Заказать AutoProfit 3.0». Далее нужно выбрать номер счета, но так как он у нас один, то его и выбираем. Номер телефона вводить не обязательно. Ставим галочку «Прочитал и согласен с условиями и правилами» и нажимаем кнопку «Отправить заявку». Видим, что наша заявка отправлена на рассмотрение. Дожидаемся статуса нашей заявки «Заказ выслан» и нажимаем на кнопку «Скачать». И скачиваем систему AutoProfit в удобное для нас место на компьютере. Шаг 4. Установка торговой платформы MetaTrader. В верхнем меню нажимаем кнопку «Брокер InstaForex». Затем нажимаем кнопку «Загрузить торговый терминал MetaTrader». Сохраняем загрузочный файл программы в удобное для вас место, например, рабочий стол, и запускаем его для установки программы. Название загрузочного файла ITC for Setup. Открывается программа установки торгового терминала. Нажимаем кнопку «Далее». Ставим галочку в графе «Согласен с условиями» и нажимаем на кнопку «Далее». После этого программа спросит место для установки. Все настройки можете оставить по умолчанию и нажать кнопку «Далее». Ожидаем окончания установки терминала и нажимаем кнопку «Готово». После окончания установки торговый терминал MetaTrader запускается автоматически. Теперь, чтобы не было путаницы, закрываем все окна. В данный момент торговый терминал готов к работе, но прежде нам необходимо установить торгового советника AutoProfit 3.0, который и будет работать за нас и приносить прибыль. Шаг 5. Установка и настройка советника AutoProfit 3.0.
Для установки торгового советника нам необходимо скопировать все файлы советника в папку терминала MetaTrader. Для этого в терминале MetaTrader нажимаем кнопку «Открыть каталог данных». Открывается окно со всеми файлами программы MetaTrader. Теперь открываем папку, в которую мы сохранили советник AutoProfit, и распаковываем архив с советником. Заходим в только что распакованную папку. Затем в окне с файлами торгового терминала MetaTrader находим папку MQL4 и заходим в нее. Далее папка Experts. В нее нужно скопировать файл AutoProfit 3.0 EX4. Файл должен заканчиваться на EX4. Оставшиеся файлы нужно скопировать в папку Presets, которая находится в папке MQL4. Выделяем все оставшиеся файлы советника и переносим в папку Presets. После того, как все файлы были скопированы, обязательно перезагрузите терминал. Советник установлен. Теперь можем запустить наш торговый терминал. После запуска торгового терминала в окне «Навигатор» открываем пункт «Советники». Если вы все правильно сделали, то должен появиться советник AutoProfit 3.0. Теперь нам необходимо настроить наш терминал и советник, чтобы все работало корректно и приносило нам прибыль. Первое, что нам необходимо настроить, это сервер, на котором будет работать торговый терминал. Для этого в торговом терминале нажимаем кнопку «Сервис». Далее «Настройки». Поле с названием сервера очищаем. Из письма, которое прислали нам на электронную почту InstaForex, копируем адрес сервера и просто вставляем в строку «Сервер», как вы видите на экране. Также сразу войдем в терминал под вашим логином и паролем. Копируем ваш логин и пароль все из того же письма от InstaForex. Теперь переходим во вкладку «Советники» и устанавливаем галочки, как показано на экране. После этого нажимаем кнопку «ОК». Если вы все сделали правильно и соединились с сервером, то внизу терминала вы увидите входящее сообщение «Добро пожаловать» и в правом нижнем углу увидите скорость связи. Теперь необходимо выбрать валютную пару, с которой мы будем работать. По результатам тестирования на реальных счетах торговая система AutoProfit 3.0 наиболее эффективно работает и показывает максимальную доходность на паре евро-доллар. Для выбора валютной пары выбираем ее в левом окне терминала. Зажимаем левой кнопкой мыши и просто переносим направо. Сразу видим появившийся график нашей валютной пары. И теперь нам необходимо установить советника для работы именно на этой валютной паре. Для этого справа в окне «Навигатор», прямо под окном с валютными парами выбираем советник AutoProfit. И также левой кнопкой мыши зажимаем его и переносим в правое окно на график. Когда перенесете советника на график, автоматически откроется окошко для настройки советника. Теперь нам необходимо установить входные параметры советника. На верхней панели окна нажимаем кнопку «Входные параметры». Далее нажимаем кнопку «Загрузить». Из списка файлов выбираем файл с настройкой для нашей с вами валюты евро-доллар AutoProfit euro-usd.set и нажимаем кнопку «Открыть». Устанавливаем параметр риска – Risk Presets от 10 до 80, где 10-20 – минимальные риски, 30-50 – умеренные риски, 60-80 – высокие риски. Далее нажимаем кнопку «ОК». Теперь устанавливаем временной интервал для наиболее эффективной работы. Наиболее оптимальным и безопасным будет H1, наиболее рисковым и прибыльным будет M1. Я советую вам поставить настройку M15. Для этого нажимаем кнопку в верхнем поле M15 и запускаем советника, нажав на кнопку «Советники». В течение нескольких секунд на графике должен появиться логотип Invest System. Все текущие сделки можно просматривать во вкладке «Торговля» в левом нижнем углу торгового терминала.
Также хочу отметить, для корректной работы советника необходимо, чтобы ваш компьютер был постоянно включен и имел доступ в интернет. Обратите внимание, что в выходные и праздничные дни советник работать не будет. Это связано с тем, что в это время не работает финансовая биржа. Окей. В данный момент торговая система и торговый советник готовы к работе. Осталось только пополнить ваш счет для начала работы. Пополнение счета. Для этого нам необходимо зайти на сайт InstaForex и зайти в ваш кабинет клиента. Переходим на сайт InstaForex, в верхнем поле нажимаем кнопку «Кабинет клиента». Здесь нам необходимо ввести наши регистрационные данные, логин или номер счета и пароль трейдера. Эти данные нам присылала компания InstaForex на электронную почту. Вводим ваши регистрационные данные и нажимаем кнопку «Войти». Итак, мы попали с вами в кабинет клиента. Теперь пополняем счет. Для этого в левой стороне кабинета выбираем вкладку «Финансовые операции». Нажимаем на нее и далее нажимаем кнопку «Пополнение счета». InstaForex предлагает практически все доступные способы для пополнения счета. Банковской картой абсолютно любого банка, любым видом денежного перевода, валютным рублевым, все виды электронных платежных систем, WebMoney, RBK Money, Яндекс.Деньги. Также можете пополнить с помощью Kiwi кошелька через любой платежный терминал в вашем городе. Даже можно пополнить счет с помощью мобильного телефона. Выбирайте наиболее удобный способ оплаты и нажимаем на него. Далее необходимо указать сумму для пополнения. Сумма пополнения депозита зависит от ваших финансовых возможностей. Начинать торговать можно с суммы и 100, и 1000 долларов, и даже 10 долларов. Ограничений нет. Естественно, напомню, что если депозит будет менее 50 долларов, то торговая система AutoProfit будет работать менее корректно. Помните, только от величины вашего депозита напрямую будет зависеть ваша прибыль. Чем больше депозит, тем больше ваша прибыль. Наиболее стабильно и с оптимальной прибылью советник будет торговать при депозите от 1000 долларов. Далее переходите к стандартным процедурам оплаты в зависимости от способа оплаты, который вы выбрали. Только после пополнения счета торговый советник начнет работу. Сразу заключит первые сделки, и вы уже можете с удовольствием смотреть на то, как он начнет вам приносить прибыль. Итак, вся система заработала, и вам остается только смотреть за работой советника и считать свою прибыль. Благодарю всех за внимание и желаю всем больших прибылей!